Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Сейчас мы выполним задание внизу страницы 90 учебника математики для 3 класса автора Моро. В этом упражнении мы должны будем найти значение данных числовых выражений. 345 умножим на 2. 300 умножить на 2 равно 600. 40 умножить на 2 равно 80. 5 умножить на 2 равно 10. 80 плюс 10 равно 90. 600 плюс 90 – 690. 354 плюс 96. 50 плюс 90 равно 140, плюс 4 – 144, плюс 6 – 150, и 300 плюс 150 равно 450. 50 плюс 124, 20 плюс 50 равно 70, плюс 4 – 74, 100 плюс 74 – 174. 84 разделить на 12 и умножить на 7. 84 делим на 12. Способом подбора у нас получается 7. 7 умножаем на 7 равно 49. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.